Ну, кстати, вот еще одни участники концерта «Нескучная классика». Феликс Невелев и Татьяна Шилина. Здесь лишнее, хочется сказать. Не рыжих просят удалиться, есть еще другая форма. Но сначала давайте объявим участников, так сказать, концерта «Братья Бессоновы». Поговаривают, правда, что это не фамилия, а псевдоним, которую дали семье соседи, которые во время репетиции никак не могли уснуть. «Братья Бессоновы», прошу вас. Не будем мешать.